Всем привет! Рада вас приветствовать на моем канале. Итак, сейчас вы увидите, как проходит мое утро. Начинаю с увлажнения лица и остальной гигиеной, а заканчиваю расчесыванием своих путанных волос. Утром я люблю заполнять план на день. Он состоит из заданий, которые мне желательно нужно выполнить. После, если я не очень голодная, я обычно прогуливаюсь, чтобы нагулять аппетит. Гуляю я только по своей территории, поскольку из-за ковида нельзя выходить за пределы своей территории без специального СМС. Самое классное то, что это все происходит, пока мои братья учатся в школе. Почему? Я расскажу вам в следующем видео. После завтрака я обычно поднимаюсь в свою комнату и еще раз просматриваю план на день, чтобы посмотреть, что я еще не сделала, и отметить то, что уже сделала. К сожалению, на этом я вынуждена закончить, поскольку обычно мы ходим еще гулять, но сейчас очень ветрено, и я боюсь, что пойдет дождь, поэтому сейчас у меня начнется онлайн-школа. Всем желаю удачи, пока, спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь, а также вся важная информация обо мне и о моих соцсетях в описании.